Неуправляемому человеку нужен. Все, как обезьянчик, как... Видите? Потерпевший и подсудимый на слушание пришли вместе. Мужчины из одной деревни. Ильнур Зайнуллин говорит, что у его соседа одна беда – пьянство. Он, когда трезвый, очень хороший человек, хорошо работает, любит свою работу. А когда пьяный, он неуправляемый человек, его непонятно. Вот он ночью приехал, машину угнал. Причем угонял эту машину он 3 раза. Соседская Нива никак не дает ему покоя. Причем нужна она угонщику, чтобы просто покататься по деревне. Хозяин автомобиля устал, подал на него в суд. Боится, что нетрезвый Шумахер может кого-нибудь просто задавить. Наказали наркологически его закрыть, чтобы потрезвел. Но трезветь подсудимому, видимо, не хочется. Даже на сегодняшнее слушание он пришел навеселе. Сегодня употреблял спиртные напитки, и с этим прошу судебное заседание отложить на другой день. Прокурор просит отложить судебное заседание на иной день, пока ваши до того момента, как ваше самочувствие улучшится. Следующее слушание состоится 10 декабря. Подсудимого предупредили, что если и на него он придет в таком же состоянии, как сегодня, то в отношении него изменят меру пресечения. Анастасия Шакирова, Булат Абдульманов, новости НТР.